Интересен мне вопрос. Был ли маленьким Христос? Как учился он ходить? Что он начал говорить? И любил ли он гулять? И во что любил играть? Был ли он отцу послушен? Музыку какую слушал? Думаю, он добрым был и в собрания ходил, дружелюбным был, старался. И, конечно, он не дрался, младшим братьям помогал. Иногда он уставал, но капризным, злобным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу, в нем всегда искал подмогу. Если б мог тогда я жить, так хотел бы с ним дружить. Как желаю я, о Боже, на Иисуса быть похожим. Аминь.